В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ. Во время рейдов по 12 адресам по всему Стамбулу полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители. Антитеррористические подразделения полиции Стамбула в нескольких одновременных операциях задержали 38 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Как сообщает Hurriyet Daily News, подозреваемые занимались подготовкой терактов. Во время рейдов по 12 адресам по всему городу полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители. Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула. Как отмечается, в последние годы в терактах Исламского государства на территории Турции погибли более 300 человек. В прошлом месяце в Стамбуле по подозрению в связях с ИГИЛ задержали 43 человека. Недавно в Турции приняли закон о безопасности для замены чрезвычайного положения. По материалам сайта News.com.